Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». И я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. У меня сегодня проект без вложений для любителей криптовалют по сбору Ripple. Называется «Traffic AD Blast». Значит, так вот он выглядит. Так, 6800 уже человек. Так, ну здесь как бы статистика, онлайн, сколько находится в данный момент. Здесь видно создатели, это можно перейти как бы Facebook, Twitter, Instagram, их профиль. Ну и здесь вот нажать можно на Facebook и попасть на их страничку как бы на Facebook. Здесь можно, если будут вопросы, задавать вопросы, как я понимаю. Так, далее что? Здесь тоже все можно прочесть. И платежные системы, которые можно вписывать, да, чтобы выводить Ripple. CoinPowerment, Binance. Это очень хорошо. Вот у меня на Binance я Ripple собираю. У меня всегда кошелек с Binance. Polonet, Bittrex. Вот такая еще и вот такая платежная система. Ну и здесь как бы мы работаем без вложений, но можно покупать как бы от пакета, да? Самый дешевый вот 5 Ripple стоит. Ну и по нарастающей. Это тоже можно все прочесть. Так, давайте я вернусь. Регистрация здесь очень простая. Но зайдите на всякий случай. Сейчас нажму регистр. Значит, юзернейм, email, пароль, повтор пароля. Вводите пин-код. Так. Здесь ваш пригласитель будет. И разгадываете капчу, нажимаете регистр. Вот. И проверьте почту, потому что я уже как бы, в принципе, давно, но я здесь не работала. Я благополучно про этот проект забыла. Ну и что-то он меня как бы не зацепил. А тут в последнее время пошли выплаты. Смотрю, один выводит, второй как бы, да. Ну, доказательства платежных. Ну, то, что проект платит. И я вспомнила о нем, залогинилась и обратно зашла. Вот. Значит, это наш кабинет, это наш основной баланс, Пуршаза баланс, комиссионный, трафик и поинты. Так, что здесь? Наша статистика. И есть чат. Можно общаться в чате, как бы, да? Вот. Так, далее что? На чем мы здесь будем зарабатывать? Вот майн баланс у меня вот столько Ripple 0.03 и 12 поинтов всего. Значит, что? И на главной страничке вот здесь находится наша партнерская ссылочка сразу еще. Значит, давайте быстренько по вкладочкам пройдемся. Значит, нажимаем Earn, значит, ПТС. У нас есть, просматриваем как бы рекламу, да? На данный момент вот 9 у меня этих рекламок. Нажимаем одну, сейчас просмотрим. Загружается рекламка. Все это делается быстро, просматривается. Разгадываем капчу, ман, мужчина, сент. Ну, как в обычном боксе. Закрываем. Все, мы рекламку просмотрели. Далее есть видео. Видео, 50 видео здесь можно просмотреть. Это начислять будут в поинтах. У меня видео не показывают в России, да? Значит, вот я нажимаю. Так, не то нажала я по нулям там. Но тем не менее не показывают. Вот 39 минут. Другое нажму. Видите, у меня не показывают видео. Если но они будут показывать только при помощи расширения. Я писала на главной вот страничке на домашней в чат. Админу можно ли просматривать при помощи расширения VPN, Бравсек. Он мне ответил, но я
ничего не поняла из его ответа. Он конкретно не сказал, можно просматривать, не можно, так что я с видео, вот с этими видео в пролете. Если кого заинтересует проект и у вас не будет показывать видео, возможно, вы тогда напишите, что, ну, можно ли просматривать при помощи VPN, и в комментариях тогда хотя бы там напишите, или там я прочту ответ на... Потому что я так и не поняла, что он мне ответил. Вот. Так, значит, лайки есть. Ну вот, бывают как бы, да? Далее на Twitter лайки. А вот лайки. Сейчас я даже вернусь. И Twitter. Тоже ставить как бы там твиты. На Твиттере нет ничего. А на лайки был один Facebook. Даже если посмотреть... Ну, тут, смотрите, тоже должно быть определенное количество, вот 10 поинтов. Нажму сейчас на Facebook. Так, продолжить, как Елена. И сейчас посмотрим, что нам там даст. Нет ничего. Что-то я не вижу. А вот, появились лайки. Так, давайте просмотрим. Один лайк поставим. Так. Так. Ничего мне не дают не просматривать почему-то. То есть ок. Ну ладно. Так, далее опять нажимаем лайки. Дальше Twitter я показала. Есть видео YouTube. Можно видео YouTube, да, я вот просмотрела одно видео, мне начислили 10 поинтов. Значит, давайте я сейчас загрузится страничка. Так, грузим. Вот видео на YouTube. Нажимаем на одно видео. Так, здесь все по 10 поинтов. Так, ну давайте нажмем на одно видео. Загружается страничка. Надо просмотреть определенное количество там времени, сколько там. И здесь должна появиться зеленая полоса о том, что нам начислили поинты. Так, очень долго у меня все грузится. Так. Сейчас просмотрим видео. И звук я не знаю, где тут звук даже негде включить. Hey, what's up, guys? Josh Domsky here with a brand new video for you. And in this video, I'm going to be going over traffic ad coins. And I just want to show you guys how to Давайте post your ads. Давайте я поставлю на паузу, чтобы оно прошло, okay, чтобы не затягивать видео. Вот появилась зеленая полоса. Значит, 10 поинтов мне засчитали. Итак, каждое видео. Значит, трафик. Грид – это сетка у нас. Ну, можно выиграть, как бы, что у нас здесь можно... На майн баланс от 0.01 рипла до 2 риплов. Так, на трафик баланс можно выиграть. И на пуршаза баланс. И еще поинты тоже можно здесь выиграть. Но здесь на любую клеточку нажимаем. Нас перебрасывают на страничку. Наверное, все это знают. Но это как лотерея. Повезет, не повезет. Вот загружается реклама. Как бы идет отсчет времени. И нажимаем, закрываем. И сколько нам здесь? 20 раз так можно. Так, далее трафик. И вот это, что это у нас здесь такое? Угу. А здесь по одному поинту. Ну, вот здесь можно тоже
нажимаем, так, даже переведу на русский. Здесь можно бесконечно смотреть по одному. Так, подтвердите капчу, чтобы получить один поинт. Вы можете делать это каждые 60 секунд. Значит, вот так ушки. Далее, что здесь еще? Ну, это по заработку поняли, да? Так, ну здесь можно размещать свою рекламу. Далее поставлю я оригинал. Так. Далее здесь наши партнеры. Можно иметь до 300 партнеров. Так. Далее. Так. Здесь партнеры. Здесь покупать или арендовать. Так я понимаю. И наша партнерская ссылочка тоже здесь находится, как бы, да? Вот она, партнерская ссылочка. Далее баннеры. Далее что еще? Мани. Так. И что? Значит, трансфер. Нажимаем. Вот эти поинты. Вот у меня 22 поинта. Значит, вот мани. Значит, мани. Так, с майн баланс можно переводить Ripple на Пуршазы баланс. Далее, что здесь? И комиссион на Пуршазы. Далее. Ну-ка, так. Майн баланс можно, значит, переводить на Пуршазы и трафик. И сейчас посмотрим комиссион. Комиссионный на майн баланс и Пуршазы баланс. Пуршазы баланс — это мы будем покупать от пакета, апгрейд делать. Значит, поинты. Вот эти поинты. Вот у меня 22 поинта. Значит, можно переводить на майн баланс и трафик Пуршазы баланс. Значит, 100 поинтов — это равно 0.1 Ripple. Вот. Так, у меня вот. Что у меня? 22. Сейчас я переведу этих поинты на майн баланс. Так, нажимаю трансфер. И вот таким вот образом переводятся поинты на майн баланс. Все, поинты у меня по нулям. И вот у меня стало 0.05 поинтов. Ой, Ripple. Так. И Виндраф, значит, депозит я здесь без вложений. Виндраф нажимаем. Вывод. Значит, что? Минимум на вывод 1 Ripple. Максимум 30 Ripple. Ну и комиссию они берут 2%. Так, что еще? Здесь апгрейд. Делать, как бы, членство, да, покупать, значит. 365 нечто. Так. А здесь только и есть только за 30 риплов. Угу. О, как. Понятно. Ну, ладно. Так, здесь апгрейд. Значит, суппорт есть. Новости почитать. И что еще? Профиль. Мой профиль. History setting у нас. Значит, что у нас здесь? Можно загрузить фотографии. Вот здесь нажимаете на желтую, загружаете фотографию, потом submit. Так. Далее переводим на русский. Здесь особого ничего нет. Как бы так. Изменить вот картинку. Значит, оплата. Здесь вставляем адрес. Значит, сюда тег. Так, Ripple, сюда пин-код, нажимаем сохранить. Так, это адрес Ripple. Я еще ничего не вносила. Здесь поменять рекламу. Не рекламу, а тут капчу. Капчу меня все устраивает, лишь бы не рекапча. Ну и здесь пароль и все такое. Пин-код, в принципе. Главное, чтобы кошелек прописать, сохранить кошелек. Ну и кто хочет картиночку
вставить. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, пользуйтесь без вложений. Когда будет что выводить, естественно, я запишу видео. Ну, а здесь можно, вот здесь в чате присутствует админ. И если кого заинтересует, у вас не будет показывать вот эти видео. Надеюсь, вы тоже зададите этот вопрос. Можно ли просматривать видео при помощи VPN? Без разрешения, как бы, не надо рисковать, потому что заблокируют аккаунт. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков, до новых встреч!